Поговорить о том, что удалось, а что нет, особенно в этот год, который, безусловно, был очень сложным для нашей отрасли и довольно беспрецедентным с точки зрения тех вызовов, с которыми нам пришлось столкнуться. Вы в открывающем ролике уже увидели многие из них. Это, конечно, уход мейджоров и снижение в этой связи интереса зрителей к походу в кино, которое нам только предстоит всем еще возродить и сделать так, чтобы зритель с удовольствием и в таком же объеме, как раньше, ходил на отечественное кино. Мы столкнулись с проблемами закупки оборудования и программного обеспечения, многое из которых стало нам недоступно, и нужно искать новые пути решения этого вопроса. У нас, безусловно, ощущается заметная нехватка кадров, и это тоже то, с чем нам нужно...